Я уже дважды стала мамой и начала задумываться о том, сколько стоит мое время. Меня подкупала свобода. Я не была готова работать 24/7. Я начала бизнес к 25 годам. Просто было не сразу. Но моя любимая фраза «Так будет не всегда». Надо только выбрать, что конкретно для тебя значит этот переломный момент – приговор или возможность. Бьюти – это моя страсть. Я уже не работаю как коммерческий визажист, но воплощаю все свои идеи в рамках бизнеса Amway. Я привлекла в команду большое количество девушек, которые заинтересованы в профессиональном росте в бьюти-индустрии и работают вместе со мной с брендом Artistry. Дети видят, что я все время нахожусь в какой-то теме. Им это нравится. Они видят возможности и растут более свободными. Я понимаю, почему в Amway происходит развитие личности. Здесь просто в человека верят. Банально вроде бы, но эта вера и любовь, она решает вообще все. Совет новичкам банальный. Никогда не сдаваться. По жизни. В этой фразе все. Amway – это мой путь.